Эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции в Магаданской области с нового года улучшилась. Люди заболевают меньше, но по данным специалистов замечаются повторные заражения COVID-19. В областном центре прошла пресс-конференция с главным внештатным инфекционистом региона Еленой Кузьменко. Чтобы окончательно победить болезнь, по мнению врачей, необходимо привиться новой векторной вакциной «Спутник В». Вакцинацию проведут в три этапа. Сначала будут привиты труженики социальной сферы. Затем к иммунизации привлекут силовиков, работников торговли, сотрудников, оказывающих услуги питания. Далее на прививку пригласят население из групп риска. Это люди пожилого возраста, люди с диабетом и страдающие ожирением. Эффективность данной вакцины изучена. Изучение ее началось еще в апреле месяце. Именно против новой коронавирусной инфекции. Но на самом деле разработка векторных вакцин в Российской Федерации велась очень-очень давно. В Магадане на момент 14 января 2021 года привито 442 человека. 697 вакцин находится в запасе и 3000 доз ожидают получить до конца марта. 200 инъекций переданы в Вольский и Хасынские районы. Привиться по собственному желанию может каждый. Для этого гражданам Российской Федерации необходимо обратиться на горячую линию 122. Предоставить необходимо будет только номер СНИЛС. Медицинский полис не требуется. По завершению вакцинации человеку присвоят QR-код, который будет отображаться на сайте госуслуги. Врачи заявляют, что прививаться населению необходимо, бояться этого не стоит. Переносимость вакцины в общем и целом большинства людей удовлетворительная. Отмечается легкая болезненность в месте введения инъекции. Могут быть повышение температуры через сутки после введения вакцины, явления недомогания, которые самостоятельно купируются в течение 24 часов. Эти нежелательные явления не приводят к нетрудоспособности. Вакцина создана по старым разработкам, но для борьбы с коронавирусом является новой. Одобрили к применению ее 20 декабря 2020 года. Поставить прививку с вакциной от COVID-19 разрешено только лицам от 18 лет и старше. Предварительная прививка от гриппа или иная для вакцинации не требуется. Какие последствия принесет инъекция «Спутник В» в будущем, неизвестно. Пользу вакцинации специалисты аргументируют тем, что в 80-е годы была эпидемия дифтерии. И новые прививки тоже боялись ставить, но кто был смел, сейчас живой.